Так, всем привет гостям, друзьям, подписчикам нашего канала. Я хотел бы сегодня поговорить сегодня о таких ящиках. Такие ящики пищевые продаются в эпицентре. Те, кто на кочевке, ребят, очень удобно. Не нужно ничего с собой возить, дополнительные какие-то распечатывательные столы. Вот берете такие просто пищевые ящики. Очень удобно. Есть вот такой вот, есть вот такой ящик. Здесь решеточка. Очень хорошо просачивается мед. Здесь остается забрус. Ставится ящик на ящик. Мы на скорую руку сделали такую рамку. На скорую руку сделали рамку. И вот берем рамочку. И очень удобно. Упер себе, распечатай. Ну, вообще вот так вот. Так, на правине и так тоже. Вот. Берешь и распечатаешь. Отдельно еще хочу поговорить сегодня о нож Джеро. Ребята, это просто бомба. Вот мы с Геной, Гена как раз снимает, купили себе такие два ножа. Сначала думали. Но все-таки, ребята, я вам скажу, очень классные ножи. Вот мы уже год пользуемся. Посмотрите его состояние. Он просто блестит. К нему не прилипает воск. Режет он очень классно. Я вам сейчас покажу. У нас тут куча есть ножей, я вам сейчас тоже покажу. Но с ними, конечно, не сравнится. Так. Наверное, Гена сейчас будешь показывать, потому что я тут немножко... Режет он очень классно. Мы сегодня приехали с леса, откачиваем мед. Ну что, можешь там снимать? Ну, подойди сюда. Давай мы покажем, как он режет. Эта рамка немножко темно с этой стороны. Темновато, да? Угу. Ну, в общем, ребята, я думаю, видно. Смотрите, как он режет. Это просто песня. Теперь смотрите. Он просто блестит. К нему не прилипает воск. Мне это очень нравится. Его хорошо использовать весной, летом. Одно, это когда осенью. Вы там, может, где-то что-то подкачиваете, когда уже на улице прохладно, тогда да. Когда соты уже становятся хрупкими, ну, может быть, уже тогда им не совсем удобно. А так им резать, ну, очень классно. Мы сейчас им пользуемся. У нас есть нож гуслия, который нагревается. Но, я вам скажу, мы им вообще не пользуемся. Вот у меня сейчас лежит. Ужас, ну что это? Не добраться, там выдра все.